Да, друзья, вот сегодня я решил продолжить показывать вам, как выглядит Уэлч, Вест Уэлч. Это другая сторона реки, по которой повезет, покажу, если хватит места. И вот сейчас просто смотрите внимательно, как и что выглядит. Для того, чтобы все не мечтали о том, что Англия, Великобритания вся такая крутая, тут на деревьях бабки растут и в таком же самом духе. Покажу руины, которые сейчас будут по дороге. Что самое интересное, только заехали в эту местность сельскую, везде пахнет, извиняюсь за выражение, дерьмом. Реально фермерские места, поля очень сильно отличаются от Англии, я уже сказал, люди совсем другие, лица совсем другие, выражения, потухшие глаза, нету улыбок. Ну, регион депресняк. Цены на бензин такие же, то есть, как уже сказал везде на двух языках, но говорят они, конечно, многие, у которых депрессивный вид, на своем языке. Ну так, по крайней мере, мое первое впечатление. Я уже заметил, мои первые впечатления, как правильно, оказываются правильные. Смотрим. Просто смотрите на дорогу. Да, машины крутые, да, нормально. Дома меньше, дома зачуханные. Конечно, красят, делают. Много женщин за рулем. Вот домики маленькие. Вот такие у нас когда-то были железнодорожные домики. Вот. Они все старенькие. Поддерживаются. Однозначно не все так грустно и неуютно. Ну, мое впечатление... меня мало обманывает. Представляю, что если приехать сюда после Лондона или после больших городов, конечно, скажешь, какая же это Британия, это непонятно что. Тут сейчас проезжаем возле фермы или остатки какого-то, ну возьмем, могучего когда-то сооружения. Остались башни, ну, сбоку ферма, вполне возможно, что прислуга когда-то разбогатела и купила. Вот. То ли церковь, то ли, неважно что, но выглядят руины. Вполне возможно, фермерское хозяйство, заборчики старые, таких в Испании очень много. Вот, много домов построено с гранитного камня, а гранит, как известно, он не очень для людей способствует здоровью. По дороге, когда мы ехали сюда, в некоторых районах дома построены из забора из флинта, то есть с кремния, в других с ракушняка. Вот. А вот первое знакомство с Уэлчем очень такое специфическое. Совсем все по-другому, совсем, абсолютно. Конечно, в Англии тоже такие есть места в районе, туда, в правую сторону, если ехать в сторону Шотландии. Ограничение 30-40, 30-40, по маленьким еда, поели только fish and chips. Конечно, не очень оно мне понравилось. Много новостроек, таких как эти. Работы здесь не очень много. Продолжу немножечко. Сейчас мы выехали на М4 в сторону Бристоля. Показывать города не буду, потому что есть профессиональные экскурсоводы, пусть работают. Я же просто хочу показать, как оно все выглядит. Вот Чепстоу, Касгвент. Интересно, да? Вот я хочу показать очень интересную, красивую картинку, которая мне понравилась. Поэтому сейчас сакцентирую ваше внимание именно на это. Services. Васане Тау. Интересный язык. Так вроде как бы румынский, что ли. Или французский. Не знаю. Надо учить язык, наверное.
движения, делаю некоторые остановочки для того, чтобы показать самые выдающиеся места, такие самые красивые. Тоже типичная вдалеке церковь с квадратной шахматной, как будто стоит тура. Вот везде такие, наверное, шахты где-то с этих мест пошли, когда арабы здесь были частично. Вот дороги, конечно, хорошие, без всяких сомнений, когда ты по мотовею едешь, по магистрали. Самое главное у нас сейчас впереди, наберитесь терпения пару минут, и сейчас увидите красивейшую картинку, которая не часто встречается. Велч отличается тем, что здесь много гор, свой язык, свой алфавит. Как раньше учили на своем языке, так и сейчас учат на своем языке. Сейчас за поворотом будет пейзаж. Красивый, не природно красивый, а как работает инженерная мысль человеческая. Вдоль идут линии электропередач. Крымского моста, немного покороче, но очень монументальный. Внизу течет огромная река, реки здесь короткие, нету таких очень длинных. Вот. Места красивейшие, но рыба фиш и чип мы поели, скажу откровенно, говнячая. Там особо так не видно, смотрите, ну может с моста будет видно. Очень широкая река. Вот пока мы не переедем, я буду снимать. Начался берег. Ракушняк везде очень много. Известняка. Подъезжаем к несущим опорам таким крутым. А вот внизу, если видно, там везде река идет. Да, отбойники высокие. На другой стороне тоже какой-то мост автомобильный. Мостов тут хватает. Вот это все идет река, 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 река. Водичка, когда 4 раза в году на дни зимнего летнего солнцестояния поднимаются приливы, по этой реке можно заплыть довольно далеко. Смотрите, тут города нет, но это мост через реку. Северн. А произносится Seven. Вот так, может быть, видно будет. Нет, мелькает все. Красотища, красотища. Пока еще через реку шумим. South Bay. Все, тут уже пошли английские названия. Avonmouth. Так я думаю. И сразу идут за мостом ухоженные поля, более чистые, более вырезанные. На стороне, ну, заезда в Велч
такие бурьяном чисто украинским смахивает, такой какой-то заброшенностью, легкой опустошенностью не до конца. А кто ездил по французским провинциям, тот, конечно, если люди наши показывали все, там, конечно, депресняк полный, там только Париж живой и большие города возле Парижа, а отъехать дальше там вообще мрак. Ну, примерно такое же тут наблюдается, пока еще едем через реку, вот можно заметить, пока еще мостик продолжается. Мидландс. Сейчас мы въезжаем в Мидландс. Все, пересекаем мы, выезжаем мы на берег твердый. Вот то все вдалеке. Речечка с заливами. Корабликов не видно, хотя, я же уже говорю, с рыбной ловлей здесь проблематично. Книжки послевоенные, тут много было рыбки указано, которую можно было ловить, есть, жарить. Сейчас все под запретом, потому что только можно ловить на каких-то озерах за денежки, можно там лицензию каких-то дохлячков ловить на речках-вонючках, потому что продолжают использовать пестициды, продолжают использовать другие химикаты, у которых продленное действие особенно работает на репродуктивную систему рыбок. Поэтому вот такая картинка. Вот до Бристоля осталось 13 миль, а до Лондона 120. Вот посчитайте, от Уэллс до Лондона совсем ничего. А такая разница в внешнем виде людей, даже очень, это просто сложно передать словами, это нужно видеть, находиться вместе, для того, чтобы прочувствовать вот это такое, когда много лет уже своеобразной безысходная ситуация, ну, люди, особенно старшее поколение, видно много беззубых, просто тупо, потому что зубы дорогие. Ну, вот так примерно, вот на этом я такую краткую обрисовку Валча хотел показать, а по Великобритании, по Англии это немножко другие зарисовки. Каждый регион отличается от предыдущего. Лондон — это вообще космополитический город, в котором англичан практически не осталось. Все, с вами.